Тема войны в Афганистане все больше становится популярной среди молодого поколения. Ветераны боевых действий встретились со школьниками и студентами областного центра в преддверии 35-летия вывода советских войск. Также был анонсирован третий по счету сборник истории очевидцев войны от акмолинских авторов. 15 февраля 1989 года последний контингент советских войск был выведен с территории Афганистана. Всего с Акмолинского региона отправились 1113 солдат, из которых 64 так и не вернулись на родину. При этом долгое время бойцы не получали должной поддержки со стороны государства. Однако сейчас ветеранам уделяется большое внимание со стороны руководства региона, выделяются льготные пособия и пенсии. К 35-й годовщине вывода войск планируется провести ряд крупных мероприятий. В этом году у нас будет 7-й турнир, республиканский турнир по волейболу среди ветеранов афганской войны по республике. Это на приз Акима области. Будет большое мероприятие. Все ветераны афганской войны всех областей прибудут сюда, к Кокшетау. Это будет буквально в июле месяце, 4, 5, 6. Также в этом году запланировано на 15 февраля открытие памятника. Плюс к этому еще возложение цветы и минута молчания. Каждый год информация о тех боевых действиях становится все больше благодаря точечной работе историков-писателей. Они собирают воспоминания, фото и видеоматериалы, письма родным с фронта. На их основе уже выпущено две книги «На той войне незнаменитой». В них описаны чувства, переживания и горечь тех, кто видел войну своими глазами. 15 февраля выйдет уже третья одноименная книга с новыми историями. Она писалась, конечно же, в наших командировках, в наших разъездах по всем 19 районам. О чем эта книга? У каждого из ветеранов свой запас боли, душевный, прочный запас. И меня больше интересовала истинная правда о войне каждого ветерана, пережитый опыт, по-своему уникальный, потому что выйти из войны сухим может только утка, а человек, серьезно заслуживающий этого названия, он выходит из войны как после операции на сердце. Я хотела бы, чтобы наша книга была именно читаема. Встреча прошла совместно с учениками и студентами учебных заведений Кокшетау. Ребята внимательно слушали истории ветеранов, задавали вопросы о годах войны. Также для всех собравшихся был организован небольшой концерт. Василий Павлиди, Павел Соловьев, Кокши-Акпарат.